Нижегородские рестораторы и ательеры получили призыв от главы города Юрия Шалабаева принять участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». В ходе участия раскрывается потенциал профессионалов, формируются новые традиции, а также происходит повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах индустрии гостеприимства. В основу конкурса заложена достаточно глобальная идея – создание маркированного туристического пешего маршрута из Павлова в Нижний Новгород вдоль реки Оки на 130 километров с целью популяризации экотуризма. Так, в прошлом году от Нижегородской области финалистами конкурса стали Елена Богомолова, Надежда Бирюкова и Елена Лебедева. И Павел Шестаков стал победителем в одной из номинаций с проектом «Окская тропа». Все четыре представленных проекта этого года были разработаны финалистами конкурса, получили грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму более 5 миллионов рублей. В наступающем году нижегородцы также могут принять участие в конкурсе, предоставив на него свои проекты. Этот конкурс – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. В наступающем новом году нижегородцы также могут принять участие в конкурсе, представив на него свои проекты.